меня, себя, а не планету. Выключи свет на час вместе с теми, кого волнует будущее Земли. Таким девизом призывают жители Всемирный фонд дикой природы. Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, которая проводится в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в один из дней в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. В этой акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 175 стран. Впервые час Земли был организован в 2007 году Всемирным фондом дикой природы в Австралии. Уже на следующий год к часу Земли присоединились 35 стран мира. И Россия с 2009 года стала принимать участие в этой акции. А Казань является одним из самых активных городов России, принимающих участие. Ровно на час в Казани полностью отключаются подсветки Государственного совета Республики Татарстан, Казанского Кремля, IT-парка и многого другого. И Казанский федеральный примет участие в этой акции. Во всех зданиях ровно на час будет отключен свет. Мы узнали мнение жителей Казани об этой акции. Расскажи о важности, как думаешь, нужно ли проводить эту акцию? Я считаю, что нужно, все-таки какая-то важность есть в этом. Хотя бы выключить свет, мне кажется, это уже будет какой-то вклад в эту акцию. Да, я слышал, то есть у меня это профессионально, я инженер-эколог, и сюда, собственно, в Казань приехал по командировке. Это, конечно, полезно для популяризации среди, там, особенно среди детей, допустим, и просто незнающего населения. Но в целом это только первый шаг на пути к экологическому образованию и уже пониманию того, что нужно делать и как защищать природу. Акция «Час Земли», я считаю, что она нужна, так как все-таки люди отключают свет на час, они экономят электроэнергию, это их учит более бережно относиться к потребляемой энергии. Мне нравится эта акция, да, в принципе, нужно, это сплочает весь мир, это бережет энергию, и только плюс я в этом вижу, потому что один час за год потратить как-то несложно, но и приятно. В это время в домах выключается свет, гаснут подсветки архитектурных сооружений и памятников, отключают и электричество на самых разных объектах, в том числе и на десятках достопримечательностей по всему миру. Эта акция как символ бережного отношения к природе. Из года в год она привлекает к себе все больше внимания. Это делается для того, чтобы люди стали с уважением относиться к окружающему миру. Конечно, отключение света всего на один час не сможет заметно улучшить экологическую обстановку на Земле. Но эта акция, по мнению организаторов, поможет понять жителям нашей планеты важность экономии электроэнергии и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты. Принять участие в крупнейшей в мире экологической акции может любой желающий. Для этого нужно 25 марта в 20:30 выключить у себя дома ровно на один час свет и различные электроприборы. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.